31 мая в актовом зале Института геологии и нефтегазовых технологий Казанского федерального университета состоялась церемония награждения победителей и номинантов конкурса на лучшую научную работу студентов 2022 года. Мероприятие традиционно началось с приветственных слов представителей Казанского университета и приглашения их в президиум. После оглашения торжественных речей и прослушивания гимна Казанского федерального университета мероприятие подошло к самому значимому моменту всего процесса – награждению будущих светил науки. В конкурсе было представлено множество номинаций. Работы участников отличились своим разнообразием и современным подходом к исследованиям. Молодые ученые, когда участвуют в данного рода конкурсах, они начинают как бы понимать суть того, зачем им необходимо заниматься наукой, и развивают в себе навыки и компетенции. После награждения победителей и номинантов в различных номинациях конкурса модератор приступил к вручению почетных грамот и писем с благодарностью Казанского университета за многолетнюю и безупречную работу, профессионализм, мастерство в работе конкурсной комиссии, а также благодарственных писем за активное и плодотворное участие в проведении экспертиз в рамках конкурса. В Казанском университете регулярно проводятся мероприятия научно-популярного характера, тем самым предоставляя студентам и преподавателям возможность для личного и карьерного роста. Карина Саяхова, Фарид Захитуглы, Универньюз.